Здравствуйте, дорогие мои. Итак, несмотря на новогоднюю атмосферу, поговорить я с вами хочу не на новогоднюю тематику, как сейчас очень распространенно, о прическах, подарках и о макияжах, а сегодня я хочу с вами поговорить о своей свадьбе. Вот, совершенно недавно у нас была годовщина, можно так сказать, наших отношений с мужем, как мы встречаемся уже 4 года. И в этот день я особенно задумалась о своем браке, вспомнила свадьбу, пересматривала слайд-шоу, которое я разместила ранее о нашей свадьбе, о нашей фотосессии свадебной. И мне пришла мысль продать свое свадебное счастливое платье, чтобы оно принесло тоже кому-то счастье, удачу. Вот, раньше, как я вам говорю, что я думала, что закажу это платье, пусть будет, пусть сохраняется вот навсегда, будет такая память. Но мне, как кажется, уже сейчас вполне достаточно фотографий, вполне достаточно, что тот день прошел классно, и моя жизнь сложилась, как и тот день, отлично. Поэтому я решила, что все-таки продам свое удачное платье, поэтому, девочки, кто заинтересован, вы можете посмотреть еще раз слайд-шоу из моей свадьбы, посмотреть на платье само, если оно вас заинтересует, обязательно пишите мне вот ВКонтакте или под видео, мы с вами свяжемся и обсудим цену, обсудим вопросы, которые вас будут интересовать. И что касается свадьбы, свадебное платье вы сможете увидеть, сейчас я вам вставлю свадебную фотографию, чтобы вы имели представление, не переходя по ссылке, чтобы смотреть само слайд-шоу. Больше увидеть фотографии, как я уже сказала, вы сможете увидеть слайд-шоу, ссылка находится под видео. И еще, вспоминая свадьбу, я достала свое платье, рассматривала. Также нашла свой свадебный букетик, он был немножко уже помят, конечно, попортился, но память все-таки осталась. Это был и остался вот такой вот букетик. Букетик с конфеток, здесь внутри в розочках конфетки. У мужа было такое же, только бутончики здесь на жилеточку, вот, красиво крепились тоже, ну, чудесный такой букетик, букетик я не продаю, не думайте, он испорченный, можно так сказать, ненужный, но зато вы можете заказать идентичный, если вам понравилась такая идея. Ссылочку на девочку, которую я заказывала, я оставлю, это девочка из Винницы, то есть цветы до конца дня, до конца фотосессии не испортятся, будут красиво выглядеть, и помимо того, кто хочет какую-то память оставить, возможно, платье это не лучший вариант памяти, но букетик, я думаю, что самое то, можно даже дома хранить где-то, вот как напоминание. Также со свадьбы у меня остались ожерелья, сережки, вот диадемка вот такая. Но диадемку, перчатки я не продаю, так как диадемка или перчаточки, мне они еще понадобятся для какого-то бала, для какого-то мероприятия или для моей подрастающей красотки доченьки. Так что, ребята, девочки, которые собираются замуж, или мальчики, которые хотели бы подарить своей избраннице красивое, счастливое свадебное платье, которое очень является, не знаю, наверное, самым большим атрибутом свадьбы. Возможно, вы не будете делать пышных церемоний, как я, и вы не будете выбрасывать деньги на ветер, а просто хотите красивую, стильную и запоминающую фотосессию. Вот вы можете купить это платье. Я надеюсь, что оно, как и мне, поможет вам быть счастливыми и жить долгую, красивую, счастливую и незабываемую жизнь. До новых встреч!